Вот я вяжу вот такой детский комбинезон, и уже я связала завязки, и один карманчик связала, вот такой вот карманчик. И сейчас мы вместе свяжем второй карман, и просто подробно я покажу, как я его делаю. Карман начинается с двух рядов, и вяжется, и потом заканчивается тоже. Поэтому для начала я набираю нужное мне количество петель, у меня это 40, и провязываю 2 ряда. А теперь мне нужно навесить боковую сторону прямо из комбинезона. Я заранее, когда его вязала, проложила цветной ниткой то место, тот ряд, который нужно будет навешивать. И поэтому я беру и прямо по этой метке навешиваю. Навешиваю так, чтобы каждая петелька была на одну иглу. Четко одна петелька, одна игла. Еще очень важно начать с нужного края, с нужной стороны, потому что мы вяжем, и у нас перед нами изнанка получается, и эта изнанка накладывается, и когда мы с другой стороны будем прикреплять, то будет лицо на лицевую сторону. Поэтому нужно вначале посмотреть, как это будет идти, чтобы взять правильную сторону. Все, теперь я вяжу карман. У меня этот карман посредине еще расширяется, чтобы он снизу был, у него такая сборочка. Но он, в принципе, может быть и просто ровным. И я теперь вяжу просто саму ширину кармана. Так как вязание у меня поперек, то у меня длина, глубина кармана является петлями, которые я набрала. Ну, в общем, теперь я эту глубину кармана и вяжу. Все, глубина кармана связана. И теперь мы находим вторую сторону, которая отмечена цветной нитью. У меня еще и серединка тоже отмечена. И навешиваем ее теперь на иглы. Провяжем 2 ряда, закроем. И вот остается только низ потом прикрепить. Вот сейчас видна эта глубина кармана. И второй цветной ряд, который помогает мне навесить на иглы эту сторону кармана. Вот теперь видно наш карманчик, где мы начинали, где мы закончили. И теперь осталось внизу присоединить низ. Низ, видите, на моем карманчике он более такой свободный, поэтому я сделаю сборочку, присборю его, чтобы он был такой как бы надувшийся карманчик. Ну, вот такая у меня здесь сборка. На первом кармане я ее сделала. Но он может быть и совершенно плоским. Все, вот такой карманчик у нас уже есть. Вот такие получились карманчики на комбинезоне. Карманчик, который на боку. Такой вот пышненький карманчик. Весь комбинезон вот так вот выглядит. Это спинка. Здесь есть петельки для завязок. И вот эти карманчики. Теперь надо постирать. Есть тут ниточка, которая должна немножко подсесть. И все это выровняется. Ну и невозможно не порадоваться тому, что связал, как это выглядит, как эти карманчики. Одно сплошное удовольствие.